ИГИЛ контролирует менее 10% территории Ирака. Об этом заявил глава Минобороны Арабской Республики. По его словам, ранее под контролем группировки находились 40% страны. Кроме того, численность террористов в Сирии и Ираке сократилась по меньшей мере на треть, а процесс набора новых боевиков замедлился. В конце прошлого года ИГИЛ потеряла крупный город Эр-Рамади. В июне иракская армия захватила город Эль-Фалуджу. Он был ключевым опорным пунктом террористов к западу от Багдада. Теперь иракские силовики готовятся захватить Мусул. Это крупнейший город на севере страны и де-факто столицу ИГИЛ в Ираке.